просмотра этого фильма лица младше 15 лет запрещены. В общем, я думал, что японцы, они, конечно, чокнутые, но не настолько, чтобы в 15 лет смотреть это подобные фильмы. Итак, что мы видим с самого начала фильма? Время, конечно же, убогую озвучку и титры, которые напоминают больше титры «Звездных войн», чем нормальные титры нормального психологического экстремального хоррора. Но, в принципе, давайте послушаем вот эту шедевральную озвучку под шедевральные титры. 54 фотографии и 19 страниц письма. В общем, мы видим девушку, которая бегает как дура от машины. Ну, вместо того, чтобы прижаться в левую сторону, она просто бежит вперед и натыкается на какого-то водителя, который хочет, видимо, ее очень сильно избить. Он бегает за ней, бегает по детской площадке. Ну, в принципе, японцы не настолько чокнутые, что даже на детской площадке такие фильмы снимают. И что мы видим? Он отлавливает ее, и тут я думаю, вот это будет сюжет. Что мы видим дальше? Дальше мы, конечно же, видим привязанную японку, которая будет на протяжении всего фильма молчать, в принципе. Молчать, в принципе, поскольку есть один сюжетный косяк в этом фильме, или фишка этого фильма. Давайте даже ее оценим. В общем-то, я был прав насчет «Звездных войн», поскольку мы сразу же видим Дарт Вейдера. Мне кажется, хотели снимать сначала «Звездных войн», только в жестокой манере, японской, конечно же. Но потом перешли к кровавой части фильма и передумали, потому что это очень дорого бы им вышло, наверное, и они решили снять вот такой подобный фильм. В общем, он издевается над этой японкой бедной, вкалывает ей какой-то, можно сказать, наркотик. И что мы видим? Состояние экстази после введения наркотика – это подарок. Как видно, она не испытывает никаких чувств. А знаете, что это значит, детишки, если меня смотрите? Что орать эта баба не будет, поскольку играть она не умеет. Вместо того, чтобы нормально испытывать эмоции, она просто будет молчать, и все. Он будет ее расчленять на протяжении всего фильма. Вот такая тяжелая жизнь японцев, детишки. Знаете, что происходит на экране? Он расчленил ее и играется с нее ногой очень-очень долго. Потом он отрезал ей бошку, видимо, там черви завелись. И, в принципе, знаете, что происходит дальше? Все повторяется, конечно, сюжета здесь нету, в принципе. И мы переносимся к титрам, которые уже менее напоминают «Звездных войн», потому что они хуже. Ну и конец. Что можно, в принципе, сказать в итоге? Очень плохой фильм, без сюжета, хоть местами жесткий, я даже под конец проснулся. И, в общем-то, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и так далее.